Во время посещения Генуи с пасторским визитом Папа Римский Франциск встретился с сотрудниками и пациентами детской больницы имени Джанины Гайзлини. Папа вновь говорил о том, что на вопрос о причинах страдания детей нет ответа, а перед лицом этой боли мы призваны остановиться перед распятием, а также прикоснуться к страждущей плоти, сообщает Благовесть.инфо. Папа отметил, что маленькие пациенты детской больницы нуждаются не только в терапии, но и в дружеских жестах, в понимании со стороны медперсонала, в материнской и отеческой заботе. Папа Франциск упомянул об истории больницы, которую основал сенатор Гизлини в память о дочери Джанини, скончавшейся в юном возрасте. Он решил отдать все свое имущество в пользу этой клиники, в учредительном акте которой ясно упоминается, что она должна всегда вдохновляться католической верой. В конце своего визита папа оставил запись в книге почетных гостей. Всех, кто трудится в этой больнице, где боль встречается с нежностью, любовью и исцелением, сердечно благодарю за труд, за человечность, за ласковое отношение к многочисленным детям, которые с малых лет несут крест.